Будка. Шахтер до конца боролся за победу. Богдан Будка рассказал, что не получилось у Шахтера в игре с Хоффенхаймом. Защитник Шахтера Богдан Будка поделился эмоциями после ничейного матча против Хоффенхайма 2-2 в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Конечно, хотелось выиграть, все-таки домашний матч. Благодарю болельщиков за то, что пришли и болели за нас, ведь это очень важно. Всегда приятно играть при полных трибунах, чувствовать поддержку. В первом тайме было много ошибок, давали сопернику пространство, возникало немало моментов и угловых у наших ворот. Мы хорошо готовились к Хоффенхайму, знали, что эта команда очень высокая, но проиграли много борьбы и не всегда вовремя садились в оборону. А вот вторую половину провели уже лучше. Тренер указал на ошибки, и все поменялось, начали демонстрировать свой футбол. Хорошо, что забили и сравняли, в конце могли еще отличиться. Мы до конца боролись за победу, однако не удалось выиграть. А вот для соперника ничья, думаю, стала неплохим результатом, ведь это их дебют в Лиге чемпионов, приводит слова Будка пресс-служба Шахтера. Смотрите также видеоголов и обзор матча Лиги чемпионов Шахтер-Хоффенхайм по материалам сайта news.com.